ready for this? Доброе утро! Уже 12 июля, а это значит, что прошло больше половины нашей танцевальной смены. И за это время коллективы очень многое успели. Ведется активная битва за звание самого креативного коллектива 2015 года. Ежедневно проходит по 6 мастер-классов у разных педагогов. И, конечно же, по вечерам наши ведущие не дают скучать участникам, ведь проводятся различные тематические дискотеки и вечеринки. В общем, жизнь у нас кипит и течет в нужном русле. И сегодня нам удастся попасть на некоторые мастер-классы и пообщаться с участниками и руководителями. Что запомнилось вам больше всего? Ой, вы знаете, впечатлений же очень много. Невозможно сказать, что-то выделить одно, вот что-то больше, что-то меньше. Во-первых, самый прекрасный на моем веку педагогический состав, который здесь дает семинары. Каждый из них какая-то харизма, личность, какой-то прекрасной энергетикой, с какими-то глазами, которые я давно уже не видела. Прекрасный педагогический состав. Я думаю, что потому что такой великолепный директор, и поэтому у нее вот так вот все спорится здесь. Здравствуйте, девчонки. Из какого вы коллектива? Огоньки. А город? Королёв. Какие у вас впечатления о лагере Dance Creative? Очень понравилось. Да. Классно, весело. Что больше всего запомнилось? Очень мастер-классы, дискотеки, конкурсы. С какими педагогами вы поработали и чем запомнился каждый педагог? Мы ходили на многие мастер-классы, но одни из самых любимых – это мастер-классы Константина Гладышева и Владимира Сергеенко. Они запомнились тем, что они были очень энергичные, и мы узнали и получили много новой информации. А какое мероприятие вам запомнилось и понравилось больше всего? Ивана Купала, да. А чем? Наверное, своими костюмами разнообразными, цветами, вот этими задумками всеми каждого коллектива, так что... Расскажите об эмоциях и впечатлениях о лагере Dance Creative, о том, что здесь испытывают ваши дети, довольны ли они? Да, нам очень-очень безумно здесь нравится, эмоции море, сил. Силы еще есть, конечно, энергия у детей еще есть, очень много мастер-классов, очень много занятий, очень много информации новой, интересной, нужной. Мы будем обязательно принимать, мы очень рады, что приехали сюда и постараемся еще ездить в этот прекрасный лагерь. День, насыщенный мастер-классами, подходит к концу, но не спешите отходить от своих экранов. У нас начинается все самое интересное. Dance Creative – это очень популярное место не только среди танцующей молодежи, но и среди звезд российского и зарубежного шоу-бизнеса. Поэтому они приехали сегодня к нам на торжественное вручение уникальной премии Music Creative Energy. Давайте же скорее с ними познакомимся. И из какой вы группы? Фабрика. А почему вы приехали на наше мероприятие? Что вас сюда так прям завлекло? То, что здесь много танцев и очень крутой лагерь. В наш лагерь приехал, конечно же, звезда и поклонник миллионов женщин, девушек и даже девочек на планете. Стас Михайлов, здравствуйте, Стас. Здравствуйте. Какими судьбами вас вообще сюда занесло? Ну, меня сюда пригласили. Dance Creative пригласил меня сюда. Я выиграю в этом конкурсе. Я буду очень счастлив, потому что ни у кого нету награды, а у меня она будет. Спасибо большое. Я люблю своих поклонников. Мои поклонники вам вот. Сейчас ты рядом с легендарной артисткой русской сцены. Надежда Кадышева, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оказались в лагере Dance Creative? Какие у вас впечатления? Впечатления крутые. Здесь мне очень нравится. Я чувствую себя бедной, солнышком. Выступление прошло хорошо, приняли меня здесь хорошо, публика хорошая, мне все очень нравится. Привет, Бьянка, какими судьбами ты в нашем лагере? Я из ближайшей деревни приехала петь. Чем будешь удивлять, какую песню петь? Были танцы.
Уже встретила всех своих друзей шоу-бизнеса? Да, успела. Тут поблизости, тут недалеко. На тележке быстро. Sack. Swings a thing with a ring-a-ding-ding, and I get wings when I sing. Ragtime, reason and rhyme, I'm the reason you're divine. Rumba, mambo, Latin, samba, the ladies in the house sing. Bad boy, I need to dance. If I don't dance, no romance. Feel like dancing, dance with me. First dance is always free. Bad boy, I need to dance. If I don't dance, no romance. Feel like dancing, dance with me. Нашим зрителям YouTube. Как зовут коллектив? Огоньки, город Огонек и Мариоти. Где? Вот они! Забирайте свой заслуженный признак на квартиру! Церемония вручения прошла успешно, и обладателем уникальной премии Music Creative Energy оказался коллектив «Огоньки» со своим выступлением вместе с Валерием Леонтьевым. А как, по вашему мнению, состоялась церемония? По-моему, церемония хорошо организована, прям как настоящая. Но я думаю, что это была настоящая. Все коллективы выступили удачно. Мне кажется, так лучших выделить нельзя. Все были на высоте. Хорошо, ну а теперь давайте вместе с вами пожелаем доброй ночи всем участникам лагеря Dance Creative. Доброй ночи. Больше видео и фото на сайте www.artalam.com. Не забывайте заходить.